Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Сегодня с нами специальный гость, хищник, вот. Он находится сзади, сейчас мы возьмем у него интервью, как ему живется в Америке. Господин хищник, расскажите, пожалуйста, кого вы сегодня ели на обед? На самом деле, мы находимся в очень необычном магазине. Здесь есть все-все-все для художников, для творчества, для праздников, для пати, для каких-то рукоделий, для каких-то занятий, хобби. В общем, перечислять можно много. Но мы сейчас в разделе, где продаются разного рода карнавальные украшения. То есть, начиная от таких вот простых париков, кончая всякими разными такими штуками, шляпами пиратскими, мышами летучими, всякими разными шляпами, мыслимыми, немыслимыми, всякого рода вот такие штуки, дрюки. Он даже вот болт, который можно в голову вкрутить. Вот. То есть, экспонатов здесь огромное количество. Можно даже и купить, и посмотреть просто. Желающие могут приобрести себе свой скелет, чтобы поставить его в шкаф. Вот, например, глазик вот такой вот. Паутина, я не знаю. О, масочки, конечно же, масочки. Вот огромное, неслыханное количество масочек, которые можно только вот придумать. Вот всякие тут зомби, монстры, кого здесь у нас только нету. Еще один скелетик на продажу. Вот. Но масочки — это вообще особый разговор. Это... И достаточно приемлемые цены. Значит, учитывая, что магазинчик крайне большой, господа, мои зрители, дорогие и любимые, если вас этот сюжет заинтересовал, пишите свои комментарии. Тогда я специально приеду в этот магазин и сниму уже более длинный ролик. Удачи!